Время – один из ключевых факторов игры. На выполнение всех заданий у команды не больше часа. Справиться надо со всеми испытаниями без исключения. После каждого из вас делаю ход я. Если башня падает у меня, вы получаете второй конверт. Сегодня большой загородный пикник для учащихся 25-й школы. Ребята закончили 4-й класс и таким образом решили отпраздновать выпуск из начальной школы. Мы решили, что детям полезнее на свежем воздухе отдохнуть, побегать, в интерактивные игры поиграть. Все замечательно, все понравилось. Дети довольны, все прыгают, бегают. В распоряжении подростков аттракционы, дискотека. Ребятам предлагают как общекомандные игры, так и индивидуальные. Здесь даже можно научиться доить корову и пострелять помидорами из пушки. Мы тут будем искать сокровища. Тут хорошая местность. Тут очень много лесов и деревьев. Интересные очень конкурсы. Смешные такие, немного безумные. Нравится очень. Что интересного? Дайте мне. Ну, тут интересно, бегаешь, интересные ведущие. Мы сначала там на столе играли, потом доили корову сейчас, ну и бегали. Конец весны и лета – жаркая пора, говорят сотрудники парка. Ежедневно они проводят по 2-4-часовых мероприятия. Сейчас участники – младшие школьники, в конце месяца – старшие. Затем и взрослые подтянутся. Побегать, попрыгать, поесть мясо и поплясать. Таким образом провести корпоратив хотят многие владимирские предприятия и организации. Парк может оказывать комплекс услуг под ключ для взрослых праздников и для детских. Рекламу нам делают сарафанное радио, и просто родители уже звонят, начиная с конца сентября, октября занимают места. Большой пикник проводится в Загородном уже не первый год. Парк получил не один хвалебный отзыв за организацию праздников. Главное, чтобы погода не подвела, а настроение, увлекательную программу и даже мясо отдыхающим обеспечат. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6-й канал.